The Shack. Дорогие друзья, на улице Folsom и 52 перекресток есть такая маленькая забегалочка, которая называется... Непонятно, как она называется. Клэм Чаудер. Тут, значит, супы есть. Пойдем посмотрим. Привет всем! Вы на канале Леонардо The American Boy. Друзья, мы находимся в ресторане, который называется The Shack. Вон видно, вон написано The Shack. Или по-русски это хижина. Скажи хижина. Shack. В общем, мы заказали сэндвич и чай, еще что-то. Мама уже все бьет. А сегодня очень дождливый день в городе. Мы сегодня много вещей ездили смотреть дом. Может, будет видео на моем собственном канале. А Лео просто изучаем различные рестораны в городе Сакраменто. Это на улице Folsom, в такой ретро-хипстерском районе. Итак, приступаем, Лео. Скажи всем приятного аппетита. Скажи bon appetit. Всем хорошего аппетита. И приступаем. Вот это у нас суп. По-английски суп так и будет. Скажи суп. Салат. Сэндвич. Картошка фрайс. Все, мы английский выучили, можем приступать. Берем крекеры и ложим их в супик. Вот так, смотри. И потом супик размешиваем и кушаем. Лео, смотри, какой богатый сэндвич у нас. Смотри. Берем. Вы такое видели? Тебе нравится сладенькая картошка? Sweet potato. Скажи sweet. Это вся прелесть нам стоила всего лишь $20-21. $9 сэндвич, 2 огромных. Суп 4, салат 3,5 и чай. Лео, что? Я в руках держу мёд. Мы поели, сложили оставшиеся в коробочке и обращаемся со всеми. Thank you very much, что вы были с нами. Подписывайтесь. И ставьте лайк.